Друзья, всем привет! Это рыбалка с Пашком. Сегодня снова приехали на речку. Будем сегодня ловить на фидер. Пробовать поймать леща, плотву, карасика. Ну, что попадется. Сегодня рыбачу с двух точек. Одна примерно метров 25-30. Вторая чуть ближе к берегу. Я там увидел пузырики. Поднимались со дна. Может, кто-то копает, роет, ищет корм. И поэтому второй фидер настроил где-то на эту дистанцию. Буду кидать именно туда. Вот, ну что рассказать еще вам. Насадка сегодня у меня мотыля не было в магазине. Насадка опарыш, красный-белый и червяк. Про оснастку чуть попозже расскажу. Кормушки 56-40 грамм, ну 40-56 грамм где-то так. В принципе, течение довольно слабое. Кормушки хорошо лежат на дне. Промерялся, ничего такого интересного на дне не нашел. Дно илистое, ну глина, ил. Камней, ракушки нету. Ну, будем пробовать кормить. Время много у меня сегодня. Думаю, рыбка все-таки какая-нибудь подойдет на корм. Так что оставайтесь. Все самое интересное впереди. Начнем. Сейчас была небольшая потычка. Проверим насадку. Заодно покажу вам свою оснастку. Так, оснастка у меня петля паттерностер на шнуре. Основная шнур плетеный. Кормушка стоит. Фидер спорт 56 грамм. От нее идет поводок через петлю, поводочек сантиметров где-то 50-60. Крючочек небольшой, номер. Так, где-то 16 номер. Насадка один опарыш. Сейчас была потычка на одного опарыша. Забьем снова прикормочкой. Обновим опарыша. И попробуем еще раз поймать рыбу. Ради эксперимента с брызнем дипом. Дип. Трава луговая. Можно забрасывать. Точно в точку.
Ждем поклевку. Друзья, первая рыбка. Ну, такой подлещик небольшой. Взял на одного парика. Была сейчас поклевка на того одного парыша с дипом, луговая трава, ну, буквально минут 7 где-то стояла она. И потом поклевочка такая уверенная, хорошая поклевка, за краешек губы, лещик небольшой, подлещик небольшой был пойман. Продолжаем дальше с такой же тактикой. Ну, в общем, друзья, только вот отошел, и произошла снова поклевка. Уже покрупнее лещик попался, вот он. Такой грамм 400 уже, достойный трофейчик. Друзья, видимо, только что вот открыли плотину. Течение так сразу довольно заметно усилилось. И вот на этом фоне течения у меня прям сразу, буквально прям с открытием плотины, вот такой подлещик попался. Небольшой. Это уже третий за сегодня. Третий подлещик. Опа. Попал. Течение, конечно, усилилось. Вот ряска начала плыть. Не знаю, будет ли она мешать мне ловить, но посмотрим. Продолжим дальше рыбалку нашу. Ну вот, три рыбешки есть в зачете. Небольшие подлещики. Как реактивный ушел. А это совсем хорошо. Ну что, друзья, на этой замечательной ноте наша рыбалка закончилась. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, ставьте лайки под видео. Всем пока, до новых встреч.